Нет, нам надо не дать женщину. Просто... Я предпочту. Романтический актер, не романтического актера. Интересный, это красный флагон, хорошо обладаемый нами. Раньше заведовал Филиппа. Я всегда знала, и сейчас наш Миша не очень сильно любит. Как бы он себя не любит. Лариса, ты не хочешь получить поцелуй от мужа? Он, конечно, был создан для Каньяна. Я честный человек. Надеюсь, что это так. Премьера к юбилею Михаила Боярского. Я мечтаю книги, камин и винтер.